местное конче заспа. Скажи, что здесь участок 2 миллиона долларов стоит. Вас услышали, пастор Три. Спасибо. Громче не надо. Я у них спросил, продается ли на этом участке нефть, но там если там нефть на участке, говорят, нет, просто так 2 миллиона стоит долларов. А с нефтью? Без нефти. То есть очень дорогое место. Это местная рублевка или конче заспа?